В татарском районе российское движение детей и молодежи продолжает набирать обороты. В настоящее время на базе образовательных учреждений района уже открыто 14 первичных отделений. Напомним, что РДДМ появилась в нашей стране летом прошлого года. Движение объединило в себе уже имеющиеся детские и молодежные общественные организации. Раскрыть творческий потенциал ребенка помогут наставники в лице неравнодушных педагогов и родителей. В татарском районе активно формируется местное отделение РДДМ и разрабатывается его дорожная карта. Российское движение детей и молодежи набирает сейчас обороты и запускает уникальные новые проекты. Конечно же, проекты, которые были начаты в этом году в российском движении школьников, они нашли продолжение в российском движении детей и молодежи. Кроме этого, нас ждет еще много различных акций, мероприятий, событий, в которых мы будем принимать, конечно же, самое активное участие. Сейчас идет процесс формирования местного отделения, решается об этом вопрос, где оно будет располагаться, чем оно будет заниматься, как оно объединит школьников и молодежь. Несмотря на формирование местного отделения, дети уже сейчас начинают активно принимать участие в новых проектах и акциях. В апреле в Татарске запланирован масштабный весенний фестиваль российского движения детей и молодежи. Кроме наших первичных отделений, участие в мероприятии примут школьники из 5 районов Новосибирской области. До конца марта еще в 6 образовательных организациях появятся новые отделения движения первых.